Один раз 100 лет самым добрым ребенком на планете Дед Мороз приносит волшебные краски. Что нарисуешь этими красками, оживет. Хочешь в плавание, нарисуй корабль. Хочешь к звездам, нарисуй звездолет. В последний раз краски получил самый добрый мальчик. Он так обрадовался, что тут же начал рисовать. Нарисовал маме нарядное платье, папе охотничье ружье, но они не обрадовались. Странные вещи начали появляться в городе. Кривые дома, кривые машины, как же тут жить? И мальчик заплакал, ему так хотелось сделать людей счастливыми, но он не умел рисовать. И тогда Дед Мороз подарил мальчику новые краски, самые обычные. Они могут стать волшебными, если ты этого захочешь. Мальчик достал кисть и начал рисовать. Он рисовал весь день, весь вечер, на другой день, пока не кончились краски. Тогда он попросил новые. Прошел год, два. Мальчик вырос и стал художником. Люди смотрели и восхищались. Какие волшебные краски! Какие чудесные картины! Настали счастливые дни, когда нарисованное на бумаге стало появляться в жизни. Дворцы из стекла, воздушные мосты и крылатые корабли. Так бывает на белом свете, не только с красками, но и с топором, швейной иглой и даже с простой глиной. Так случается со всем, к чему прикасаются руки самого великого и самых великих волшебников. Руки трудолюбивого и настойчивого человека –